Екатерина Сапунова – непрофессиональная модель, но найти вместе с фотографом нужную композицию для этого снимка в национальном наряде удалось всего за 3 кадра. Говорит, до этого пробовали и другие этнические костюмы, но поймать нужное настроение удалось только в наряде древних славян. Сейчас эта работа представлена на выставке National Bridge, что в переводе означает «национальный мост». Костюм мне очень понравился. Я сначала думала, зачем этот нужен венок, какой-то слишком, может быть, напыщенный образ. Но когда мы сделали первую фотографию, как-то он прям сел на мне. В экспозиции 20 работ. На них модели в этнических и обычных костюмах. Для того, чтобы показать связь между прошлым и настоящим. На коллажах национальности, чьи представители живут в области. И те этносы, колорит которых оказался близок создателям выставки. Организаторы говорят, выставку готовили на одном дыхании. Я с детства очень люблю культуру и традиции других народов. И поэтому в один прекрасный день я решил показать всю национальную красоту народов, которые проживают у нас, в Поволжье. Было времени предостаточно для того, чтобы повзаимодействовать с ребятами, попытаться как-то режиссировать все эмоции, все позы. И в целом, я думаю, все получилось достаточно вариативно. Побывать на выставке можно будет до 27 февраля. Мария Илчан, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.